на этой неделе, что Беларусь пишет методичку, как противостоять цветным революциям. Вот да. Своим опытом, жизненной, своей историей. Мы это делаем, я вам больше скажу, к нам обращаются за такого рода консультациями из разных стран, не буду называть с каких, мы эти консультации с удовольствием, я имею в виду белорусское экспертное сообщество и другие круги, предоставляем. И коль уж скоро против нашей страны развязана гибридная война, мы везде, по всему миру, будем стараться помогать тем, кто сталкивается со схожей агрессией и давать отпор вот этой дьявольщине. Просто не побоюсь этого слова. Кстати.